С июля 2017 года на территории Московской области работает мобильное приложение службы 112. Чтобы им воспользоваться, необходимо его скачать и зарегистрироваться. Займет это всего несколько минут. В результате мы получаем такие функции, как вызов помощи по телефону, отправка смс-сообщения с вашими данными и даже местонахождение кареты скорой помощи. Любой сигнал, который поступил из приложения, сразу попадает к оператору единой дежурной диспетчерской службы. Максимальное время обработки заявки от момента поступления информации до вызова помощи не более полутора минут. Здесь работают люди, главное качество которых – терпение и спокойствие. Борис Бондарев рассказал о этапах своей работы. Приходит звонок от заявителя. Открывается карточка происшествия, заполняются все графы о происшествии, данные заявителя, адрес, где это произошло, и отправляется в соответствующую службу. Там она обрабатывается, высылается наряд либо скорой помощи, полиции, либо пожарных. Но помимо основных и всеми понятных функций, также здесь собраны статьи о действиях при чрезвычайных ситуациях и оказании первой помощи. Важным нововведением стала возможность пользоваться приложением на английском языке, а также всегда быть в курсе местонахождения ваших родных и близких. При отправке смс-сообщения с просьбой о помощи служба спасения получает карточку с информацией о вашей группе крови, возможных аллергических реакциях и хронических заболеваниях. Вещь для системы 112 на данный момент уникальная, только у нас в Московской области существует вещь удобная для различных групп населения, для различных ситуаций. Теперь можно, не набирая какой-либо номер 112 или еще какой-то, просто нажать кнопочку и, соответственно, автоматический вызов уйдет с определенными координатами в систему 112. Мобильное приложение курирует именно руководство нашей области, губернатор Воробьев Андрей Юрьевич и заместитель правительства Пестов. Вещь хоть и новая и не совсем привычная, но те, кто скачал приложение, отмечают удобство его использования. И это подтверждают цифры. За последний год в Московской области более 22 тысяч человек стали пользователями этого сервиса. Это очень удобно. Например, у меня бабушка старенькая живет, да? И если вдруг ей станет неожиданно плохо, то это будет очень удобно, если сразу по другой такое удобное приложение. Но если я вызываю скорую помощь и с нетерпением жду, то, конечно, я могу проверить. Мало ли человеку плохо какому-то. Или мне плохо. Но я еще могу там нажать какую-то кнопку. Действительно, имея это полезное приложение, достаточно порой нажать только одну кнопку, чтобы спасти чью-то жизнь. Но также стоит отметить, что за ложный вызов вам придется заплатить штраф. Алексей Мельников, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.